Всем привет! Вы находитесь на канале Magic 5, и сегодня у нас очень экстремальное видео с полицейскими, которые мы очень долго готовились, поэтому поддержи нас, пожалуйста, и поставь этому видео лайк и нажми на колокольчик, потому что таким образом ты будешь узнавать о наших роликах первым. Ну что, погнали! Пау! Всем привет! Это Вадим Манимейкер. Вообще я люблю путешествовать, но больше всего я люблю зарабатывать деньги и делиться своим опытом. Переходите по ссылке в описании к видео и подписывайтесь на мой канал. Ой, извините, пожалуйста, я что-то мимо проходил, нашел такой странный предмет, типа... Тут... Это поролоновый шарик. Ну как, не совсем поролоновый шарик. Но если бы был поролоновый шарик, разве он мог бы вот так вот я протер бы, и уже два тут оказалось. Ну и что? Да я просто, это два круга, меня все знают, я фокусы всем показываю. Просто люблю тренироваться, так решил попробовать, ни разу вот полицейский не показывал. Посмотрите, один шарик кладу в левую руку, этот в правую, да? Если на него подую, видите, левый исчезает, правый появляется вот здесь. Прикольно. Мужчина, у вас тут телефон упал. Спасибо. А можно, извините, можно я с вами попробую? Никогда вот не делал. То есть... Я же прислужу. Да ничего страшного, это ничего не надо будет делать. Смотрите, просто один шарик кладу в левую руку, а этот к вам, и крепко зажимайте вот так в руке прям сильно. Ну, чувствуете, один у вас, хорошо. Один у меня, да? Смотрите внимательно на руку. Если я возьму вот так вот, то видите, этот исчезает, а этот появляется у вас в руке. Открывайте руку. О, появился в руке, прикольно. Давай. Ты дебил, копер. Не переживайте, все нормально, все хорошее. Иди сюда. Да ладно, тихо. Стойте, я шучу, тихо. Это шутка. Тихо. Я, вот бумажка, видите? Что за бумажка? Ну в смысле бумажка, что за бумажка? Смотрите внимательно, просто подожгу ее. О, видите, это ключи, это вам. Давай сюда. И шарики мои забирайте себе все. Если ты также хочешь управлять огнем, так как это делает Дима в этом видео, тогда переходи по ссылке в описании в наш официальный магазин и покупай себе пиробумагу, и тогда ты сможешь повторить то же самое. И не забывай, что тебе нужно подписаться на все наши инстаграмы, потому что там выходят фокусы, которых ты никогда не увидишь на ютубе. Также, если ты продвинутый фокусник, ты можешь купить себе статик маркер или же огненные часы, тогда ты будешь самым крутым. Ссылочка в описании. Пока!